Ребята, всем привет! Я сейчас в торговом центре, и Аня с Ксюшей тоже здесь. Они, кстати, не знают, что я за ними слежу. Ксюш, смотри, этого тебе будет достаточно на вечер. Нет, на фильм будет недостаточно. Ты что, ты что тут делаешь? Наблюдаю Саша, за вами. А как это давно ты здесь? Давно. Саш, скажи, она хочет взять самую большую банку огурцов в мире. Ну, а так а что не взять, если можно? Тут целых 3 литра, нафига тебе столько огурцов? 3 литра огурцов, Саша, ты сам вдумайся. Слушай, потом сам у меня просить будешь. Ну, может быть, она и права. Вы что, сговорились? Это же море соли. Вообще-то вы отечете. Это вредно. Ну, кстати, Аня тоже права. Много есть соли, реально нельзя. Да знаю я, что нельзя, но Аня вечно со своим пепе. Нужно следить за фигурой, следить за лицом, следить за водным балансом. Ну, раз-то в неделю хоть можно кайфануть, а? Ну, разок, наверное. Ну, не знаю. Вот видишь, даже Саша любит правильное питание. Я такого не говорил. Он такого не говорил. Ты же говорил, что тебе нравится мой пепе-омлетик. Да-да, говорил. Слушайте, погодите, давайте отвлечемся. И у меня классный идея появилась. Давайте устроим сегодня офигенный челлендж. Вы сейчас пойдете и наберете себе полные корзины того, чего хотите. И что? Ну и в конце сравним, чья корзина лучше. Я выиграла, у меня уже огурцы. Огурцы – это хорошее начало, как же я их люблю. Так, Саша сказал, что мы можем брать то, что хотим, и то, что любим. О, кажется, я предчувствую самый лучший челлендж в моей жизни. Раз уж мы приехали сегодня в магазин, я буду выбирать все самое свое любимое. На завтрак я просто обожаю кушать кашку. Вот, смотрите, тут целый стенд моей любимой кашки. Просто самый лучший. Возьму вот эту и вообще не прогадаю. Ем ее каждый день и просто в восторге. Но кашке, естественно, нужно что-нибудь такое, чтобы ее разбавить. Например, какими-нибудь ягодами. Все, идем в отдел с ягодками. Я огромный фанат азиатской кухни, и после Аниных челленджей, которые они снимали с Сашей с азиатской едой, я просто влюбилась в ток-поки. Просто после челленджа остался огромнейший пакет этого всего, и я это все с огромным удовольствием доедала. Вот, поэтому я думаю, будет грехом не взять ток-поки, и мне кажется, в дополнение к ним идеально подойдут чипсы нори. Я в раю! Ягодки, ягодки. Надеюсь, они здесь вообще есть. Ну, а как? Не может же не быть здесь ягодок. Пока я вижу только всякие грибочки и зеленушку. Это, кстати, мне тоже пригодится, но я пока ищу только ягоды, ягоды, ягоды. Ага, нашла целый огромный стенд с яблочками, но яблочки – это как бы обыденность. Это так я каждый день. А вот сегодня хочется чего-нибудь интересненького. Например, клубники. О, малина. Замечательно. Малина зимой. Обожаю. Вот она, малина. Так, какую взять? Или вот такую? Давайте вот такую, потому что она, ну, посмотрите, ягод как ягодки. Ну, просто красота. Собирали ни одной мяты. О, такое я люблю. Кладем к себе вот сюда. Ну, нужно что-нибудь еще подобрать, как бы. Просто малина – это слишком, как бы, обыденно. Давайте еще что-нибудь посмотрим из экзотики. А экзотика, кажется, у нас с этой стороны. Вот, например, Dragon Fruit каких-то просто баснословных денег стоит. И что у нас еще? Манго чуть-чуть подешевле, ровно в половину. Так, еще Dragon Fruit есть такой. Ну что, задраконимся сегодня? Короче, Dragon Fruit беру, потому что он очень подходит к моей толстовке по цвету. Розовый цвет я вообще люблю и обожаю, уважаю. Поэтому его и возьму. Знаете, что самое главное? Чтобы он был очень вкусный и сладкий. Кладем. Сань, а нам же нужно закупиться на целый день. Завтрак, обед, ужин. Да? Да, да, конечно. Ты иди, а я тебя сейчас догоню. Короче, они еще не знают моего главного секретика, что я заставлю их обменяться потом этими корзинами и их покупками. Ладно, раз уж нам нужно закупиться на целый день, думаю, в дополнение к завтраку я возьму себе холодный кофе. Без него не проходит ни одно утро. Итого, завтрак у нас состоит из ток-пок, морской капусты, огурцов, видимо, и кофе. Набор, конечно, странный. Мне кажется, банку огурцов можно растянуть вообще на весь день. Вот, а ток-поки с кофе, ну, бывает. Любим мы баловаться сочетанием еды.
Меня, конечно, периодически пугают Ксюшины вкусовые предпочтения. Значит так, ППКшка у меня есть, все продукты для нее я собрала. Осталось что? Взять какую-нибудь безглютеновую выпечку. Да, это очень полезно, вся эта ерунда без глютена. Ну что, есть в этом булочном рае что-нибудь для меня подходящее? Я же, не дай бог, не хочу где-нибудь, как-нибудь свою фигуру испортить за этот завтрак. Так, ну тут пока что я вижу все обычное. Конфетки, рулетки. Это все мне не нужно, мне не интересно. Я хочу что-нибудь очень диетическое, но с вреденкой. Ну что, ребята, я, конечно же, дошла до этой полочки. Вот они, все эти печеньки. Я вас обнадежила, но именно круассанов без глютена здесь, конечно же, нету. Но это, короче, очень большая редкость. Что я нашла здесь? Это вот такую штуку. Это хлеб без муки. То есть он глютеновый, он очень сильно диетический, и это то, что мне нужно. Осталось к нему придумать какой-нибудь безлактозный сыр. Аня наверняка наберет себе сейчас всякого вкусного, ппшного, правильного. Я, конечно, этого делать не буду. Как же, здесь много майонезных салатиков. Так, что я хочу? Ну, я люблю оливье и селедку под шубой. Пожалуй, возьму оливье кило. Хотя нет, подождите. Кажется, я нашла кое-что получше. Селедка под шубой в виде торта. Идеально для обеда. Девушка, можно мне, пожалуйста, торт? Вот, да, весь. Спасибо. Привет. Спасибо. Счастье есть. Ксюш, ты вообще нормально взять просто пол торта с селедкой под шубой? Какой-то кошмар. Честно вам скажу, сколько раз я пробовала всякий хлеб, за такого еще, конечно, в моем рационе не было. Ищем сыр какой-нибудь интересный, мне обязательно нужен он диетический и еще и безлактозный. О, Аня! Снова выбираешь еду, которую нормальные люди не едят. Я выбираю самую полезную еду, а не то, что ты. Как будто собралась на экскурсию в школу. Нет, я никогда не пойму людей, которые едят безлактозный сыр. Он, между прочим, хорошо усваивается. Набрала себе такого, что я вообще никогда бы в жизни не съела. О, Ксюша вообще ничего не понимает в еде. О, полезное удовольствие. Это то, к чему нужно стремиться. Полезно и вкусно. Я уже предвкушаю, как сегодня я оторвусь. Думаю попробовать сделать то, что я никогда не делала. Например, огромный бутерброд. А для огромного бутерброда мне нужно много колбасы. Конечно же, к топовому колбасу нужна топовая колбаска. Берем. Ребята, прямо сейчас напишите в комментах. Я же не один это услышал. Топовому колбасу топовую колбаску. Конечно, к бутеру нужен мазик. Тут как раз есть мой любимый. Ой, как хорошо на свете жить. Ну что, могу с уверенностью сказать, что завтрак у меня полностью собран. Приступаем к обеду. Аня только что собрала только завтрак. Я уже обед заканчиваю. Одно из самых важных из приемов пищи за день. Обед должен быть плотный, сытный, так, чтобы на ужин как бы не объедаться. Вот так. Что бы сегодня себе такого замечательного приготовить? Ну, давайте, допустим, это будет паста. Паста должна быть самого высшего сорта. То есть макарончики должны быть очень качественными. Давайте их искать. Ага, вот смотрите, сколько всего я здесь нашла. И есть очень прикольные макароны. Они называются паппарделли. Настоящая итальянская паста, все дела. Но Ксюша всегда очень угорает с этого названия. Короче, возьму их, потому что они реально вкусные. Это у нас вот они, паппарделли. Берем вот такие или вот такие. Чудесные, настоящие итальянские макароны. Должны быть супер вкусные, супер полезные. Приготовленные практически вчера. Ну, чудесно. И сейчас отправляемся за соусом к ним. И еще обязательно нужно салатик взять. Ну и, конечно же, это все дело нужно чем-то запить. А вот чем сейчас придумаем? Салаты с поля. Вот скажите мне, что может быть более зожно, чем вот это вот? Мне кажется, ничего. Ну, прям вот с поля собрали и положили аккуратно мне в упаковочку. Я, конечно же, это возьму, потому что я обожаю все зожное и самое свежее. Так, мне нужны какие-нибудь помидорчики и огурчики. Кока-кола любимая. Какой бы взять? Ну, конечно же, без сахара.
Итого, обед у нас готов. Осталось придумать что-то на ужин. Это интересно. Не, лучше с сахаром. Чё мелочиться-то? О, классика. Сейчас я вам расскажу лайфхак, как правильно выбирать самые спелые томаты. Томат обязательно должен пахнуть. Вот этот не пахнет, а вот этот? Вот этот пахнет. Прям очень круто. Вот такой возьмем. А, прям помидорчиком. Вообще супер. Блин, салат у меня будет просто огонь. Так, на ужин хочется взять чего-то вкусного, сытного и желательно мясного. Что у нас здесь есть? Студень? Нет, я не любитель. Паштет? Возможно, но нет, это что такое? Мясо краба. Мало и дорого. Не, не хочется. Так, о, мы пришли в мясной отдел. Вот здесь, кстати, и разгуляемся. А что, если вечером пожарить себе стейк? Мне кажется, это идеальное завершение вечера, поэтому нужно выбрать какой-нибудь хороший кусок мяса, при этом который не запарно жарить. Представляю Ане на лицо, когда я это все буду есть. Честно говоря, меня больше удивит лицо, с которым Аня будет это есть. И к своим расчудесным помидорчикам я возьму расчудесные огурчики. Вот целую пачку возьму, потому что огурки я люблю, но не соленые, а свежие. Не то, что Ксюша. Соль ни-ни, только все свежее. С обедом я разобралась. Какая же я умничка. Сам себя не похвалишь, никто не похвалит. Короче, иду за ужином, а вот с ужином это уже сложнее, потому что я стараюсь, так как я слежу за фигурой, стараюсь, короче, на ночь ничего так не трескать особо, поэтому нужно здесь что-то прям легенькое. И это легенькое должно быть сегодня, ну давайте что-то молочное. Так, ну а к мясу нужен гарнир. О, шпинат. Была бы я Аней, сразу взяла бы его. Картошка фри идеально. Идеально. Конечно же, все эти творожки с огромным количеством сахара на ужин нам не подходят, да вообще никогда не подходят, если вы хотите хорошо питаться. Поэтому мы берем вот такой творог. У него не так много жирности, то есть 5% это нормально. И он весь такой из себя натуральный, деревенский, для здоровой жизни очень подходящий. Поэтому вот эту пачечку я и возьму. Осталось только понять, чем это я сверху полью. Может быть, какой-нибудь джем. Ну, естественно, не сладкий. То есть нужно что-то диетическое найти. Ну и, конечно же, осталось найти, чем это все запить. И, если честно, у меня уже есть идея. То есть 2 литра колы тебе не хватит? Нет, Саша, не хватит. К тому же 1 литр по-любому выпьешь ты. А на вечер предлагаю взять квас. Ты что, любишь квас? Да, ты тоже. Нет. Так что не надо мне тут. И... все, мой завтрак, обед и ужин на сегодня готовы, отправляемся на кассу. Вообще, я обожаю этот магазин за то, что здесь можно найти продукты на любой вкус, и поэтому я иду и ищу джем без сахара. Я так-то обычно, ну, вообще стараюсь ничего такого не есть. Так, коллаген, это все не то. Так, ну вот здесь у нас что? Джем с собакой. Я сразу вспоминаю чили. Вот бы она с нами сейчас была. Ну, слушайте, органический продукт, джем стерилизованный. Органик – это всегда хорошо. Ну, может быть, его и возьмем, да? Мне нравится больше всего его цена. Короче, какой берем? С тыквой или с персиком? Может быть, с тыквой? Джем с тыквой. Замечательно, берем. Все, тыквенный джем и творог. Такого я еще не делала. Нет, ни разу, чтобы из тыквы джем. Ну, бывает там с апельсином, да, вот эти все изыски. Но с тыквой я еще ни разу не пробовала. Будет интересно. Ну и еще в мою гениальную голову пришло взять конфеты, которые без глютена, внимание, без сахара. Есть со вкусом банана, со вкусом тофи и шоколада. Как будто тофи-фи прямо в моем сердечке, поэтому беру тофи. Это будет очень вкусно, я надеюсь, просто. Еще и очень полезно, что основное в моем питании. Все, наверное, погнали на кассу. Ну что, осталось совсем чуть-чуть, и мы увидим их удивленные лица, когда они обменяются своими корзинами. Ну что, Ксюш, закупилась? Да, можешь готовиться к проигрышу. Закупились? Да, вообще отлично, у меня просто гениальный улов. А у меня тортик из
селедки под шубой с цветочком. И ты это будешь есть? Ничего ты не понимаешь. Ладно, теперь самое главное. Поменяйтесь тележками. Что? Зачем? А за тем, что сегодня вы поменяетесь на 24 часа своими диетами. Нет, у нее вообще не диета. Я не буду есть все, что она набрала. Это я не буду вот это вот есть. У меня вообще все тут гениально. Не отдам. Эх, у вас нет выбора. Кто продержится до конца дня, тот получит 1000 баксов. Ксюша, это у тебя там сверху торт, что ли? Да, из селедки. О, ну это вообще капец. Слушай, я бы на твоем месте не жаловалась. Я вот на него смотрю и живот турчит. А съешь его ты. Ну, съем его я. Ну что, Аня, ты готова к своему феноменальному завтраку? Конечно же готова. Давай рассказывай, так. Что у тебя было на завтрак. Значит, у тебя на завтрак токпоки, морская капуста, что вообще? Холодный кофе и огурцы. Какой кошмар, что это за наборчик? Слушай, это ужас. Не, на самом деле наборчик понятный, кроме кофе. Мне просто захотелось кофе в моменте. Я такая, ну ладно, это будет на завтрак. Так, а у меня что? У тебя будет просто кашка. Я тебе даже дам, вот. Кашка, смотри, это органические хлопья и плюс малиночка. Малиночка это сверху, и там еще где-то огромный розовый фрукт. Огромный розовый. Драгонфрукт. Да. Я его подбирала, если что, в своей как бы толстовке. Слушай, у тебя получилось. Наслаждайся. Ладно, получается. Себе такого не пожелаю сегодня. Вот такой набор. Нет, но огурцы на завтрак – это мощно. Да, ну слушай, классно. Давай, чё ты? Когда в последний раз ты огурцами завтракала, ну? Капец, никогда. Вот, всегда надо начинать с почином. Давай. А начнем, пожалуй, с такпоки. Тапоки? Такпоки. Тут написано тапоки, тапоки. А правильно называется токпоки, тормози. А это... Нет, это обычные хлопья. Это быстрого приготовления. Не быстрого, а не обычные овсяные хлопья. У меня коли такие есть. Быстрого приготовления. А в этой, значит, внутри этой упаковочки, эти вот... А, они ужасные же, Ксюша, как ты это могла взять вообще? Блин, я давно их не ела, и я их хотела. Это все. Ужасно, короче, ладно. Готовь свою кашу. Ты там... Точнее, готовь мою кашу. Ты там аккуратнее будь, говорю, там этот сок может быть остренький. А, ну да. Тебе нужно 2 столовые ложки кашки в сухом виде сюда вот растворить. Так, наверное, надо воду вскипятить, правильно, да? Где нет, она? Ты еще неправильно делаешь. Это видно, что ты не умеешь. Да не, ну типа... Нет, нужно сначала залить. А, ну сама делай. Да, заварить. Смотри, тут написано довести до 100, засыпать, помешать. Я делаю по инструкции. Ксюша не умеет готовить кашу. Это как? Окей, какой из этих пакетиков самый ужасный? Наверное, тот, который не сухой. Вот тут вот сухонькое что-то. Да, это надо, да. Листочки. О, сколько зелени. С чем они? Я не знаю, с чем они. Короче, терпеть лук не могу. Ладно, а вот это, походу, что-то очень сильно ядовитое, потому что чую, что это специи. Ты попробуй. У меня все просыпалось. Попробуй сначала на это. Даже робот в шоке. Он что-то... Он грустит. Я не ту комфорт включила, если вам интересно. Мы готовим. Складывается впечатление, что Ксюша не умеет готовить не кашу, а просто не умеет готовить. Но. Как будто бы это все такое вот не слишком острое. Слушай, а оно выглядит каким-то красным, мне кажется. А, то есть... атака! Алла! Все! Начни свой день с изжоги. Ну я чуть-чуть. Ну и чего? Теперь это нужно по какой-то риску. Я, насколько помню, она должна быть внутри этого стаканчика. Нужно залить кипятком. Риски не присутствуют, поэтому... Наливаем просто так. Но оно пахнет острым. Это ты в таком количестве... Потому что я не люблю кашу. Я сварю себе одну ложку и просто съем для галочки, и все. Так, у тебя там малины много. Смотрите, судя по лицу Ксюши, я уже поем, пока она вообще сварит эту кашу. Пока у меня вода вскипит просто. Вот еще один плюс, ну, не ПП. Заварил, залил, все,
Все, не надо вот сидеть вот так вот и ждать, бояться, что что-то убежит у тебя. Ну, вот все, оно готовится. Что пицца? Ладно, пока у меня закипает тут вода, она потихоньку-потихоньку начинает закипать. Я смотрю, контролирую, чтобы ты не испортила и не перевела эти прекрасные продукты. Можно узнать, ну... Аня. Да, но это я не разглядела. Кажется, просто. Ей немножко плохо. Он, это засланец, это предатель, выкини его. Ладно, хорошо, сделай вид, что этого не было. Ребята, это малина сколько стоила, почему в ней какая-то тухлятина попалась? Так, ладно, да, мы ее сейчас помоем, обязательно помоем, мы ее моем, обязательно. Ксюш, вода кипит уже, да, насыпай кашу. Я слышу. Ран! Вода же выкипела. Чувствуется, что у человека нет ребенка. Он бы уже орал, дергал тебя за волосы и говорит, кашу дай мне, кашу. Мне кажется, я знаю, чем сейчас будет заниматься Аня. А сколько? Аня, помогай. 2 столовые ложки. Мать моя женщина, ты что столовыми ложками? Вот это я сейчас только не расплескаю. А сейчас как расплескаю? Назло, смотри. Ты засыпаешь. Видишь, как все плохо. Другой стороной. Я засыпаю по ложкам. Мне сказали 2 ложки, я засыпала 2 ложки. Все, вопросы есть, вопросов нет. Ну вот мне сказали еще одну, значит я добавлю еще одну на всякий случай. Мало ли ты не наешься. Мало ли я не наемся, да. Надо огонь поменьше. Надо огонь поменьше. Да мне просто заняться нечем, понимаете, как бы мое уже готовится, оно само. Я вот тут вот тоже могу какую-нибудь анимацию сделать. Участие принимать. Ну конечно, вот у тебя сейчас все выкипит, сделай еще поменьше огонь. Но мои топоки, они, вон, видите, раз... Они тоже сейчас выкипят, Аня! Да, конечно. Вообще-то они убегают. Никуда они не убегают. Они лежат, и я их помешиваю. Вон, кошмар, Ксюша, это луковая вообще бомба. Что из меня сделаешь сейчас? Ты не забывай, что это сейчас будет еще смесью с огурцами и кофе. Да, где у вас сахар-соль? Так, ага. Какие сахар-соль? У тебя есть малина вместо сахара. И соль – это отмена вообще. Соль – это так. Соль есть и так во всех продуктах. Не обязательно дополнять еще сверху соль. Еще. Тут тоже есть сахар. Да. Фруктоза называется. Фруктовый, да, полезный сахар. Да, вот все. Я забочусь о твоем здоровье. Спасибо, сестренка. А я забочусь о том, что ты наелась. И у тебя горел пукан. Замечательно. Теперь ты понимаешь, почему я такая дерганая постоянно. Ну что, пора попробовать? Тапоки? Ну да. Пробуй. В смысле пробуй? Пробуй, я прям так сразу, что ли? Да. Мне больше кашу хочется. Могу смело сказать, что мое блюдо горячее уже готово. Так, о чем еще хочешь? Красную штуку взяла. Ну, красный, да. Ну, розовый. Офигеть. Розовый. Ярко-розовый. А, ты знала, что он будет розовый? Да, там написано было на ценнике. Блин, ну хотя бы подыграла моему вот этому вот восторгу. Да, блин. Я думала, что он будет белый. В смысле? Белый он такой себе, а вот это самый сладкий. А, не сладкий? Мне он всегда напоминал вкус это вареной моркови. Нет, какой моркови? Этот самый лучший. Так, я что сейчас буду кушать? Твои тапоки. Вот, смотрите, такие белые батончики, они все в луке, все в специях. Тут целое ведро специй, если что, на минуточку. Выглядит страшно. Да, и мне есть это страшно. Да не бойся, это вкусно, камон, ты как будто бы первый раз их пробуешь. Я не первый раз пробую. Ну вот, и что боишься? Вот, ой, что это за... Вкусно, что ли? Это что? Каша вкуснее. Ой, сейчас проверим. Сейчас, подожди, кашу готовила я, поэтому я бы на твоем месте так бы... Нет. Ну да, конечно, каша, которая приготовлена мной, она вкуснее, а так-то... Да. Вряд ли вообще. Сейчас так, да, в башке? Почему столько лука и так горячо? Ксюша, как ты с этим борешься? Очень горячо. Она уже хавает там. Это вообще-то с кашей надо было есть. Ты вообще зачем ешь эти продукты? Подождите, как будто бы у вас продукты все доживают, да, до финального? Вот, Сань, вот скажи, он же тырит крабовые палочки. Да. Вот, все, какие вопросы. Вопросы есть, вопросов нет. Как же мне хочется каши. Да сейчас притащу. Так, мне еще Аня тут насвистела немножко, что у меня на завтрак еще безлактозный какой-то сыр. И без... Какой-то. Безлактозный, ну я не знаю, я не разбираюсь. И какой-то злаковый хлеб. Он без муки.
Без муки он лежал, это был последний батончик. Ребята, вы же видели? Это же просто, не, на самом деле, вот без шуток, это же надо запариться, чтобы это все найти. Конечно, я парилась. Так, ну что, это похоже на то, что ты представляла себе? Как красиво, ну ты даже сравни эстетический вид вот этого и ведра лукового супа красного цвета с какими-то белыми... Токпоками. Клеем ПВА. Нет. Выглядит не, выглядит реально красиво. Тут как бы грех спорить, вот особенно вот. Потому что я люблю, когда красиво, а ты еще и вкусно. Не ну, поверишь. Ну вот насчет второго я поспорила. Ну ладно, что, ну, пробую, да? Конечно, пробую. Я с детства не люблю каши, кроме рисовой и манной иногда, как вот выяснилось недавно. Вот смотри, сегодня будет тот день, когда ты полюбишь геркулесовую кашу, как нормальный человек. Я была вот тем самым ребенком противником, который не ест кашу. Она горячая. Ну да, надо подуть. Малина вкусная. Сейчас, подожди. Ну, хоть какие-то плюсы, да? А у меня просто, ну, как бы, у меня клей ПВА, поэтому... Да, они прикольные. Ну, конечно, но... на завтрак, вы прикиньте, на завтрак таким питаться, я вообще в шоке. И на самом деле будет просто интересно, ну, как у меня будут обстоять дела, когда малина закончится, потому что... Ну, потому что, типа, малина, ну, ладно, у меня вот здесь вот. Ну, у тебя еще тут фрукты, да. Ты тут попробуй, тут очень сладко наверняка, не то, что у меня. Он еще красится. Ты знаешь, я просто очень голодная, я поэтому ем как бы. Ой, ну, слушай, ну... Блин! Я что-то там поводила, почерпала и что-то... Острое? А что острое, да пошло там? А я тебе не говорила, да, что оно острое? Ну, здрасте! Кто на утро острое ест? Что-то написано. Что там? Rice cake with hot sauce. И смотрите, девочка, она рыдает. Ты что, серьезно, что ли? Блин! Да как так? Ксюша! Нормальные люди не едят острое на завтрак. Ну, типа сладенькое. Ты что, индус? Почему? А, острое? Ну, они едят острое. Ну, не, на самом деле, я небольшой любитель острого, в принципе, но ой, это как бы, ну, не прям острое. А тут молоко есть? Можно это вот... Молочный, да. Просто запить хотя бы каким-то количеством молока, вот эту вот химозу, конечно, вот эту сладкую, которую ты в банке купила, наверняка с сахаром что-то в составе. Это ты еще не видел, что она была. Вот это попробуй. Вот это просто, оно не острое. А как вот это с кофе сочетается? Я не знаю, я тебе говорю, я подбирала вот это вот вместе, а кофе мне просто попалось под руку, я такая, о, хочу кофе, утро же. Не, я очень хочу посмотреть твою реакцию. Я сама. Да, мне прям интересно просто, давай. Ты вот занимайся своими фруктами, точнее, моими любимыми фруктами. Она пресная, она не сладкая, она прям, ну, вода водой. Так, нет, ну в смысле, какая вода водой? Ну, это настоящий вкус. Ну, его нет. Не говори так. О, как солено. Обалдеть. Это прям запить сразу хочется. Придется этим запивать как бы. У меня к нему все прилипло. Ужас. Тебе еще понравилось? Ты же страдаешь, блин. Тебе реально не понравилось эта штука? Это жизнь моя. Оно у меня везде прилипло внутри там как бы. Да у тебя такая красивая каша, что, честно говоря... Да вообще, у меня слюни текут, а ем я вот это. Знаете, как деткам, им показывают что-то, какой-то вкусный предмет, и пересосуют, а так раз убирают и брокколи, да. Ладно, ну и что с огурцами делать, подскажи мне, пожалуйста. Ой, Аня, с огурцами сложно не бывает. Открываешь и ешь. Открываешь, это же первое, самое сложное. А вот что мне делать вот с этим пенечком, мне прям интересно. Нож мне сюда. Смотри. Только ковырнуть надо. Хлеб, друзья. Это чудесный хлеб, ты посмотри, как удобно. Пахнет квасом. Как мне открыть, Саш? Мне нужна помощь зала. А звонок другу? Для этого точно не нужен топор. Так, у меня открылась эта гигантская прекрасная баночка. Мне кажется, мне понадобится заесть твои огурцы нормальным хлебом. Слушай, тут нормального. Ну что ты все раскрошила? Ну а как его? А что они такие огромные? Ну пахнут огурцами. Тут вообще не получится ровно, ну ладно. Он просто... Что ты надела, как будто попугая накрошила? Он вообще... Хлеб без муки. Да, собственно. Там что там, зерный? Так, ты вот ешь. Я просто запах почувствовала. Ну ужасный запах, я как бы не могу на завтрак это есть.
Как огурчина? Сука соли и уксуса. Уберите руки. Моя еда. Слушай, ты просила помощь зала. Вот тебе помощь зала. Не, ну в смысле? Ну на самом деле мне не жалко, но потому что 3 литра как бы. Я, кстати... О, какой сыр. Ты посмотри, он прям какой шикарный. Я просто, я небольшой любитель сыра. И ты об этом знаешь, что вот, ну, вот я вот так сыр как бы не ем. То есть если он лежит в холодильнике, я не возьму и не съем. У тебя есть хлеб. А вот, а если он там, допустим, тост где-то размазан, где-то расплавлен, пожалуйста. Чем больше сыра там в бургере, пожалуйста. Сырные чипсы, пожалуйста, вот так нет. Так ты с хлебом. Так это еще безлактозный сыр. Да, в нем. На безглютеновом хлебе, без бобы, без молока, без всего. А что здесь есть? Это святой бутерброд. Да, что здесь есть? Здесь есть семечки всякие, семечки льна, всякие. Очень хорошо. Что, вкусно, что ли? Я же говорила, для пищеварения это очень хорошо. Там он прям вот семечки, серьезно. Как-то у нее меняется лицо. Сначала видели, так было хорошо, а сейчас как будто нехорошо. Давай назад. То лицо было лучше. Подожди. Ты не поняла? Ну, в сыре... Нету сыра. Да. Ну, хватит. Не, он просто солененький. Он солененький, поэтому я обрадовалась. А потом я раскусила хлеб. Поэтому я обрадовалась. А потом я раскусила хлеб. Вкусный хлеб. Так и надо говорить. Не то, что твои огурцы. А тут, смотрите, белый огурец. Предатель. Да, вообще. Ты наелась? Это был чудесный завтрак. Опиши вкус в двух словах. Самый лучший завтрак в моей жизни. Самый лучший. ПП, да. Пресно, пусто. Слушай, а ты... Да что тебе не нравится? Не рассол, это вообще ужас. А ты не взяла что-нибудь попить? Воду мы пьем. И вообще еду нельзя запивать. Ты что, не знаешь? Слушай, а то это все бродит там. Я тебе к каждому этому приему пищи добавила по воде. Ну, понятно сразу, кто шарит, а кто нет. За ПП. О, ну тут как Dragon Fruit ест. Ну, что, полюбился? Угу. Ой, он еще красит руки. Ага. Ой, язык. У тебя теперь язык под цвет моей кофты. Ну все, я поняла твой план. Короче, этому завтраку какую ты оценку поставишь? Из 10? Ну давай. Неплохо. Я не могу сказать, что мне прям не понравилось. Еще бы не... Еще бы тебе не понравилось. Не, наверное, на 7, кстати. Круто. Да. Прям. Я не могу таким похвастаться, ты уж прости. Меня прям, ну, давай трояк. Потому что я ничего из этого не могу. Вот я могу все по отдельности, понимаешь? Да, а если видите? Микс, это прям улет. Мне кажется, ты тройку поставила только за кофе. Нет, слушай, кофе тут это самый безобидный, на мой взгляд. Просто я когда поняла, что тут на дне плавала куча специй, которые я не размешала, и они оказались очень острые, у меня просто не осталось больше вопросов к тебе, как ты выживаешь. Кстати, ребят, напишите в комментах, какой завтрак самый любимый у вас. Да, прям. Давайте посмотрим, что Ксюша взяла на обед. Это что такое? Это был красивый тортик в виде, наоборот, это была селедка под шубой в виде красивого тортика, но он не перенесла дорогу. Ну все очень плохо было. Ксюша, ты покупаешь готовые салаты в магазинах? Не, на самом деле... И вы мне предлагаете, да, вот это сегодня есть? Ну не все, но ты нам уже оставь. Я просто понимаю, что ты все не съешь. Поэтому я на самом деле просто решила шикануть и взять такой большой кусман. Вот, но я частенько покупаю готовые салаты. Но, типа... Тут килограмм, я извиняюсь, да, подождите, да, потому да, что столько эмоций. Да, 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 там килограмм. Тут розочка. Да, мы попросили с розочкой, внимание. С украшениями. Всем восхищаться. Понятно. Вот, и смотри, твоя следующая задача взять вот этот вот потрясающий багет, разрезать его пополам. И всю вот эту вот половинчатую часть устелить колбасой. Вот и я соусом. Как понимаю, вот этой, да? С соусом? Конечно. А соус? Мазиком, что ли? Это вот этот? Ну а что, мазик не соус, что ли? Это что за дискриминация мазика? С перепелиным яйцом, 100% соус. Я извиняюсь. А, ну и, конечно же, запить самым лучшим напитком. Замечательно, от которого будет жуткая изжога и отрыжка. Аня, давайте посмотрим, что мне приготовила Аня. В первую очередь, это паста с потрясающим названием папарделле. Я знала, что ты будешь с этого угорать, ну потому что... Папарделле, папарделле. Папарделле, да. Папарделле. Очень созвучно. Папарделле. Вот после такого набора точно папарделле там... Папарделле начнутся. Просто мощнейшие. Так, ну а также у нас томатная паста, видимо, к пасте. Огурцы, помидоры, руккола, это, видимо,
будет салат. В принципе, ну, салатик, паста, все будет у нас хорошо, друзья. Давайте начнем все готовить наши паперделли. Наши паперделли. Готовьте. У меня просто один вопрос. Вот целый багет нужно съесть за один прием пищи или как бы можно делить? Да, за один. Ой, мне кажется, нужно вот эту штучку паперделли вырезать. И Саше приклеить на монитор. Эй, хватит, пожалуйста. О, слушай, смотри, какие такие конкретные паппарделли. Так, ну, подожди, надо подождать, пока вода закипит. Ого, вот это кулинарные познания! Ну, у меня, в принципе, вот этот хлеб, его нужно просто искусно разрезать напополам. Он еще, конечно же, черствый. Ну, всего-то мне нужно только разрезать хлеб, как бы. Что тут готовить? Это не то, что у меня резать салат, делать пасту. Еее, две половинки. Вот так вот. Ничего себе, какие огромные. Все, наши паперделли начинают вариться. Я так понимаю, что томатную пасту нужно оставить, пока они сварятся, потом добавлять. А сейчас нам, видимо, надо заняться салатиком. Ксюша, у тебя и в салате майонез, и в бутерброде, да? Ну да, Саша же сказал, что сегодня можно все. Я решила себя побаловать, ну а теперь побаловать тебя. Я не знаю, сколько надо было. Ну, как бы, вот так получилось. Сейчас, я знаю, как надо. Как вот хлебушек растирает, вот так. Ребята, давай. Ну, почему у тебя все так прекрасно, а я должна вот этим питаться? Ты посмотри, у меня вместо тарелки поднос, ну, потому что я не могу, что у меня с доски свисает. Этот бутерброд не помещается на нормальную доску. Слушай, у меня вообще обед типичного итальянца. Паппарделле, паста ди томато. Рада, я смотрю, да? Ты рада, я смотрю. Да, макарохи, паста. Итак. Сейчас будет, я сейчас, если альденте зафигачила, это вообще... А я, если что, зафигачила косичку. Уай-я. Ой, я вляпалась. Выкладка колбасоньки. Профессионально. Double Bubble Any. Так. Выглядит эпично. Выглядит эпично, скажи еще бы. Нам нужно с двух сторон так. Ксюше нельзя. Романтика. Ну, Саш, давай с тобой. Ладно, короче, я пробую. Вдруг давай. Это вкусно. Давай. Но давай. Это точно не точно вредно. У тебя что-то слишком много колбасы во рту. Косичка! Косичка! Ай, мне просится. И хочется запить. А запить есть чем? Вот сзади стоит. Кока-колой? Конечно! Ну капец вообще. Как кока-колой можно запить? Она же сладкая. Ну так. Так, ты аккуратно, потому что ее трясло. Ты же меня трясти начнет после такого. Я вообще переживаю, как после этого в туалет схожу. Такие паппарделли начнутся. С такими приключениями. У тебя что, Ксю? Сейчас я накручиваю паппарделли. Она просто горячая. Это цельнозерновые, если что. Из самой Италии. Вчера итальянец сушил, крутил своими итальянскими пальчиками. Альденте, друзья. Прям муа. Знаешь, где альденте? Вот альденте. Вот это просто альдентище. Альдентище, да. Просто, смотрите. Авадакедавра. Авадакедавра! Авадаколбасябра! Гарри! Мальчик, который выжил, ешь колбасу. Майонезом. Это, знаете, в детство относят, когда вот ты хотел есть то, что мама не разрешала, и вот делал такие бутики. Вот ты, походу, ешь то, что мама не разрешала, ты отрываешься. Так, ну у меня еще, конечно же, есть килограмм салата, который я не сама приготовила, его вообще-то самим можно приготовить. Ой. И тут что у нас, селедка на дне, да? Да. Ты цветочек положи, там был цветочек. Я даже запах не могу. Боже мой, сколько майонеза! Аня, я очень сильно хочу пить. Почему ты не позаботилась о том, чтобы... Потому что не смешивают, понимаешь? Вот ты хочешь попить, попей обычной воды. И после еды. Да, и после еды. Я вот должна смотреть, что тут в составе у этой селедки. Точнее, вот эта селедка, она мне не нравится. Я на нее смотрю, она на меня. Как будто бы... И на самом деле, я взяла этот салат чисто из-за вида, потому что он классно был вот в этом тортике, но селедку я не люблю. Пипец, ну, честно говоря, сейчас он выглядит не так красиво. Да, как мы его брали, блин, что это такое? Была идея, что это торт. Ладно, да, я, короче, пробую. Мы прям даже просили, отрежьте нам как...
Итак, пожалуйста, народный кондитер имени Дабл Бабл Эйми, что? Совсем все плохо? Да не, вы чё? Как это есть-то можно? Я не знаю. Я не люблю этот салат, поэтому я не знаю. Ой, мамочки, как-то с бутербродом у нас лучше складывались дела. Так ты взяла салат, который ты не любишь? Это вообще как? А как ты так? Ты тратишь деньги на то, что ты... О, классно, да. Я это возьму, но есть не буду. То есть ты взяла салат, потому что он красивый, но ты не ешь селедку. Гениально. Все, в принципе, я могу не есть. Я лучше можно колбасочку. Так, а у меня... Я вот уже это, последнюю паперделю тут... По-моему, Ксюше нравится больше твоя еда. Во всяком случае, в обед. Конечно, ну просто ей лень готовить. А когда сготовлено уже, что ж тут не радоваться там? А готовых паперделей я еще не видела. Паперделей. Господи, это же надо догадаться. У тебя еще есть салат. Сейчас момент, последняя паперделя. Напишите в комментариях, сколько раз за это видео мы сказали паперделей. Угарное название, как так можно было назвать? Значит, что у нас в этом салатике? У нас в салатике руккола, помидоры, огурец. Огурец. Откуда этот акцент? Огурец, ты уже об итальянилыш? Нет, там си. Си. Чао. Си это в Испании. А в Италии си, по-моему, тоже си. Этот обед был просто самым тяжелым обедом в моей жизни. Да нет, что тяжелого-то? Вообще ничего не пришлось готовить. Конечно. Это переварить очень тяжело, я бы так сказала. Вот к чему я. Вмазала таз майонеза. А, что ж, даже в глаз сюда попало, видимо, колбаса. Это майонез, Аня, у тебя в глазах майонез. Это он выходит. Вообще. Так, ну давай, твоя оценка твоему обеду. Обед на пятерку. Из десяти. Я думала, повышение. Да, ты что плачешь? Потому что мне, говорю, майонез просто глаза режет. Так, я думаю, между восьмеркой и девяткой. Нет, не девятку. Прям хорошо. Ну, просто салат не соленый. Но зато было очень много соли в пасте. Это, кстати, факт. Вот паста прям вывезла. Там ничего... Ты не добавляла не соль? Не солила. Не, вот я вам о чем и говорю. Зачем солить, если там уже есть соль? Посмотрим, что Ксюша взяла на ужин. Серьезно? Кто ест на ужин такой жирнейший кусок мяса? Ну и, конечно же, картошка фри. Хорошо, что у меня нету фритюра. Будем готовить в духовке. Ань, слушай, а где мой ужин? Тут творог какие-то, конфеты суперфуджо с кокосом и что-то еще с кокосом. И очень странной баночкой с кляночкой с... Как это называется? С баклажаном? Это баклажановое варенье! Варенье из баклажанов. А понимаешь, я выбирала между баклажановым вареньем и тыквенным. Как бы больше всего подписчики проголосовали за баклажановое, вот я и взяла его. Ладно, я так понимаю, что мне тут, видимо, готовить ничего не надо, просто смешать творог с вареньем. И, кстати, я не знаю, знаете ли вы, знает ли Аня, что я вообще терпеть не могу никакие там джемы, варенье, вот это вот все. А, ничего себе, это какие-то веганские тофи. Да, это мало того, что тофи, еще и варенье из баклажана, но без сахара. Ладно, но тофи это, ну, обнадеживает, потому что, ну, тофи это ириска. Они без сахара. Они без сахара и без глютена, там вот это все дела, там, все как полагается. А творог без сахара? Нет, творог деревенский. Без сахара, конечно же. Картошечку загружаем прямо вот сюда. Поджар. И тут у нас... Пожар! У нас сегодня вообще день оговорок. Я говорила в супермаркете, и ты увидишь потом на монтаже. Какой кошмар, Ксюш, ну кто на ночь ест столько мяса? Ну а что, мясо это вкусно и вообще запах. Вот теперь ты готовь. А я просто посмотрю на тебя, посижу. А, дай-ка вот, раз это не часть ужина, а закуска, я попробую сначала торт. А ты пока стой, жарь. Ух, сколько жира! Как это вообще съесть? Самый тяжелый ужин на свете, он здесь.
Ксюшенька, как ты вообще выживаешь, скажи мне? Вот это что за упаковка такая, вот так вот отодрали и... Попердели, это... отодрали и поели. Отодрали. Удобная упаковка для людей. Для людей. Пахнет творогом. Сколько жиру вообще. Но прожарилась хорошо все-таки, как бы я талантлива. Самое главное скромно. Обалдеть. Вкусно, да? Ну, типа вкусно, но не на ночь. Да, я уже представляю, как мне будет тяжело это все переваривать. Зато как спать-то крепко, а? Ну, крепко спать я тоже бы посомневалась. А теперь смачно картопли. Смачно картопля. Слушай. А? Что такое? Ну, картошечку вот сразу не сами готовили. Минули, да. Поэтому чувствуется, что она какая-то немножечко химозненькая. Химозненькая. Сейчас я тут, ну-ка, если я боюсь вот этой вещи, правда, искренне. Нет, попробуй. Мне кажется, это очень вкусно. Тем более то, что это без сахара, это огромный плюс. Я не буду тебе помогать. Справляйся сама. Я как-то пристрастилась к мясу, если честно. Оно очень сочное и вкусное. Ты знала, какой кусок брать? Да. Вот что главное, то есть ты не промах в этом деле уже, видимо. Ночные перекусы мяском? Да. Саша, открой, пожалуйста. Мы ждем, пока Саша открывает баночку. Вот, Саша. Что? Саша открыл. Да, я понюхаю. Да, тебе явно... Это просто баклажаны в сиропе. Ты там особо не кашляешь, даже тебе это еще есть. Я думаю, сироп вкусный, а есть внутренность нужно как бы... Не нужно. Осторожностью. Не знаю, правильно ли это переведено, что это варенье. Как будто бы это не варенье. Это может быть типа конфетти. Может быть это соус вообще. Попробуй, слушай, он сладкий или как вообще на вкус? Давай, мы ждем. Пора. Нет, пора. Не хочу сейчас я буду. По-моему, Аня довольна ужином. Аня довольна. Ну, что-то хотя бы приготовленное, что мне очень нравится. И оно реально вкусное. Без вопросов. Ну, вот тут есть, присутствует капелька. Боюсь, я правда... Зачерпни баклажан. Нет, спасибо. Как будто просто сладкий сироп какой-то. Ну, я говорю, надо баклажан черпать. Баклажан. Нет, баклажан. Я не осмелюсь. Я же говорю, я в принципе не любитель всех джемов и так далее. Тут просто как будто бы сладкий сироп со вкусом чего-то странного. Ну, вытащи баклажан, хоть посмотреть на него. Куда я тебе его вытащу? Ну, или в крышечку. Это точно баклажан? Ну, я не знаю. Кабажан. Точно баклажан. Маленький, смотри. Не, а что он маленький-то такой? Они же не маленькие. А это ребенок баклажана. Маленький баклажан. У нас в банке плавает ребенок баклажана. Ксюш, давай, ешь баклажан, иначе ты проиграешь. Ты в курсе вообще? Ну попробуй хотя бы, ну надкуси, это же очень прикольно, блин. Откуда ты знаешь, что это вот ты брала, ты же сама не знала, что это такое. Не знала, я вообще на подписчиков рассчитывала, а они плохого не посоветуют. Варенье из баклажан. Давай. Не мое, друзья. Ну-ка, дайте мне попробовать. Мне интересно, никогда такого не видел. Просто ради интереса. Реально настоящий баклажан, смотрите. Я не знаю, что Ксюхе не понравилось. Это пипец как вкусно. Это я прям рекомендую. Это очень необычно. Это прям сладко. Прям баклажан сладкий. Это, короче, я забираю себе. Так, прошу прощения. Тебя немножечко вырвало. Да не, просто, ну, не могу вообще. Так, у меня осталась тофи. Она очень... Я поняла, что это такое. Кокос? С жидким центром! Офигеть! Какие крутые конфеты взяла, почему ты их ешь? Блин, он очень вкусный, но он горчит, короче, знаете, как пережженный сахар. Вот он сладкий, но он горчит немного вот в горле. Слушай, там нет сахара. Ну да, там какой-то кокосовый, там кокосовый сахар, поэтому пахнет кокосом. Вот по вкусу я его узнала, по запаху нет. Слушай, ну на пачке был нарисован очень милый вот этот ленивец, да, я просто не могла пройти, там еще было со вкусом банана. Если ты скажешь, что ты взяла это, потому что похоже на меня, мы оба оранжевые. И это тоже. Да. Вот это соус, Ксюш, ну вообще просто. Блин, ну за руки прям тянутся вот так. Насколько оцениваешь калории, Аня, сегодняшней свою еду? Калории сколько? Ну не знаю, 1005, наверное. Это серьезно было, ну как бы...
целлюлитной бомбой. А я тебя сегодня накормила прекрасной зожной едой. Это факт, на самом деле, большая часть еды прям мне реально понравилась. Вот. А варенье? Нет. Ну давайте оценки ужина. Ужин? Ну у тебя один провал прям случился. У меня девятка. У меня тоже девятка. Творог я люблю, тофе классный, но вот один провал. Ну а вам, ребята, как сегодняшнее видео? Понравилось или нет? Чей набор продуктов или чья диета вам понравилась больше? Скорее пишите в комментариях. А еще не забывайте подписываться на наш канал и на все наши соцсети. И про мерч не забывайте. Ссылка будет в описании. Всех обнимаем и любим. Ставь лайк и подпишись на наш канал.